Накануне Дня учителя в Елабужском институте Казанского федерального университета состоялось посвящение в данную профессию. Я думаю, что многие из вас уже просто мечтают дать первый урок, пообщаться с ребятами. Но этому, конечно, очень много учиться надо. В рамках мероприятия студенты встретились с ветераном педагогического труда. Учитель истории с 50-летним стажем Фарида Шакирова поделилась со зрителями секретами профессиональной деятельности. Далее был проведен традиционный ритуал посвящения в профессию. Первокурсники пообещали себе и друг другу непрерывно развиваться и стать профессионалами в выбранной деятельности. Адель Шамилова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универньюз.